В Гражданском кодексе сказано, что целью коммерческой компании является регулярное извлечение прибыли, и все в это верят. Всем это нравится, всем это просто и понятно. Но дело в том, что есть прибыль как экономическое понятие, хорошо знакомое нам понятие, а есть прибыль, которая такой бытового восприятия, и поскольку эти вещи четко не разделены, то их часто путают. Дело в том, что классическая экономическая прибыль – это просто некая цифра, которая образовалась в результате расчета экономических эффектов по возникшим обязательствам и признанным расходам. При этом очень часто возможна ситуация, когда прибыль у компании есть, а денег нет. Так вот, чтобы компания стала банкротом, наличие и отсутствие прибыли для нее является абсолютно необязательным. И совершенно достаточно в течение 3 месяца не выполнить свои обязательства в размере 300 тысяч рублей, для того, чтобы компанию можно было по закону попытаться признать банкротом. Но в большинстве понимания, как бы так поточнее сформулировать, а в обыденном понимании, да, обычного предпринимателя, обычного менеджера, который не заморачивается вещами, связанными с экономикой, там, с бухгалтерским учетом, для него прибыль – это деньги, которые можно забрать из компании. И вот это как раз та самая ловушка, когда одни и те же вещи называют разными словами. И часто, когда требуют от компании прибыли, на самом деле хотят возможность получить от компании денег. А вот возможность получения денег – это отдельная история, потому что всю нашу прибыль мы можем заморозить в разных областях компании, и поэтому, а это чаще всего и происходит. И поэтому, когда мы катимся в кризис, вот это смешивание обыденного понимания прибыли в виде денег и экономического понимания прибыли, оно начинает сильно вредить компании. Ну, не скажу, и показатель он не является новым. Он, в принципе, хорошо известен. Он называется свободный денежный поток. Можно поспорить по способам расчета, в зависимости от школ. Но есть такой показатель, который по-английски называется free cash flow, на русский переводится как свободный денежный поток. То есть это те деньги, которые безболезненно можно вывести из компании, при этом ну, не нанести ущерба ее экономическим показателям и не вывести из компании больше денег, чем ей необходимо, чтобы она могла работать. То есть это ну, показатель он давно известен, его нужно активно использовать. Другое дело, что он слабо известен среди предпринимателей. Это скорее показатель, которым активно пользуются финансисты. Этой ситуации есть две причины. То есть первая причина этой ситуации – это то, что чаще всего управленческий учет строится по калькам бухгалтерского учета. А бухгалтерский учет, ну так уж получилось, что в нашей стране это все-таки учет фискальный. И вторая причина – это то, что иногда управленческий учет подменяют задачами финансовой отчетности. То есть есть такой набор стандартов, называется международные стандарты финансовой отчетности, которые предназначены для предоставления информации инвесторам и кредиторам, чтобы они могли оценить выгодность вложения в компанию и, соответственно, сколько они смогут заработать. А когда мы говорим об управленческом учете, это несколько другая задача, потому что задача управленческого учета – это обеспечить нам поддержку при принятии решений. И когда мы используем правила управленческого учета, многие стандарты, которых нас учат в институтах, они, оказываются, не помогают нам получать ответы на эти вопросы. Поэтому управленческий учет нужно строить, исходя из тех вопросов, на которые мы, как управленцы, хотим получать ответ. А если мы говорили с вами, прибыль нас может запутать, или есть еще более страшный показатель, там полная себестоимость, которая способна нас запутать, то, соответственно, мы будем принимать неправильные решения, и это будут большие проблемы в кризис. Самый страшный из всех показателей, которые у нас есть, это показатель полной себестоимости, по-английски он называется cost per unit, то есть затраты на единицу изделия. Самое страшное в этом показателе в том, что в силу того, что она при расчете себестоимости у нас вносятся очень большие искажения в расчет, ну, за счет механизмов разнесения, которые по разным причинам делаются, в том числе для того, чтобы обеспечить некую справедливость или просто по-другому не умеем. Но там возникают серьезные искажения. Это один из наиболее серьезных
подрывных показателей, я бы так сформулировал, да? То есть искал слово, как его подобрать, то есть это один из серьезных подрывных показателей. Вторая кризис, вторая страшная ловушка – это управление закупками с точки зрения приоритета цены. Потому что, как правило, приоритетная цена – это большие объемы, большие скидки и большие инвестиции, и, как следствие, малая рентабельность вложений в запасы. То же самое, кстати, в кризис могут такую же угрозу представлять из себя крупные контракты с большими отсрочками и большими скидками. Очень важно в кризис поменять мышление и понять, что не прибыль король, а свободные деньги король. Тот, у кого сегодня есть деньги, тот и выживает. Денег у нас очень мало источников, где мы можем взять. Это взять на рынке. И это сразу с условием с предоплатами, с условием предоставления отсрочек. Или мы можем взять внутри компании. И в этом случае привычные модели поведения получения скидок за объем, предоставления скидок за объем, также способны загнать компанию в очень тяжелую ситуацию, когда наши деньги окажутся замороженными на складах, в несовершенном производстве или в дебиторской задолженности. Спасибо. Эти показатели, они хорошо известны и хорошо знакомы. Их нужно посмотреть только под, может быть, непривычным углом. Дело в том, что все эти данные в любой компании, они есть. Они есть в компании вне зависимости от размеров, есть у нее бюджетирование, нет у нее бюджетирования, есть у нее управленческий учет, нет у нее управленческого учета. Все эти базовые данные есть. Там есть всего, если мы будем говорить о финансовых параметрах, несколько показателей, которые нужно отслеживать. Первое – это изменение суммы расходов условно постоянных, то есть те, которые зависят только от того, в течение какого времени мы занимаем тот или иной ресурс. В условиях кризиса мы должны не позволять этому расти, если есть возможность, нужно снижать. Но нужно помнить, что этот показатель – это плата за саму возможность работать, и тут главное не перестараться и не загнать организацию в организационную дистрофию. Второй параметр, который для нас критически важен, это заработок на каждой сделке, заработок на каждой единице проданной продукции. Это очень простая вещь. Цена минус абсолютно переменные расходы. Если не заморачиваться и не лезть туда в глубокий анализ, абсолютно переменные расходы чаще всего материалы, материалы, еще раз материалы. Иногда это комиссионные вознаграждения. Да, собственно говоря, иногда это сдельная оплата труда, но в большинстве предприятий сдельной оплаты труда нет. Это вообще отдельная большая тема обсуждения. То есть первый показатель – это операционные расходы за период. Второе – это уровень заработка с единицы. Третий – это изменение наших запасов. Не будем говорить обо всех инвестициях, хотя бы изменение запасов. То есть изменение сырья и готовой продукции, изменение запасов товаров. Это изменение незавершенного производства. И отдельно нужно обязательно смотреть за поведением дебиторской задолженности. Вот дебиторскую задолженность наращивать бесконтрольно в условиях кризиса нельзя. Это не значит, что сейчас нужно бросаться со всех, выколачивать долги назад и предъявлять там банковский подход, маржин-колл, то есть быстренько отзывать и быстро с нами расплатить. На самом деле выстраивание партнерских отношений и выравнивание финансовых потоков во всех цепочках позволит выжить всем. Как только кто-то начнет выживать в режиме «пусть ты умри первый, а я второй», будет хуже. Поэтому вот три показателя, все остальное производное от них. Да? Все остальное производное от них, потому что они отвечают на вопрос, какая у нас будет прибыль, какова у нас будет рентабельность вложений, каков у нас будет свободный денежный поток. И вот эти показатели, они доступны любой компании. Они есть у любой компании. Строго говоря, разница между проходом и маржинальной прибылью крайне невелика. В большинстве компаний при расчете маржинальной прибыли совершают одно отличие, которое отличает проход в теории ограничений от маржинальной прибыли. Они вычитают не только абсолютно переменные издержки, а они вычитают еще и какие-то прямые расходы, ну типа силовой электроэнергии,
там, той же заработной платы производственного персонала, которые, строго говоря, не являются абсолютно переменными. Это условно постоянные расходы, они от объема не зависят. Вот это отличие иногда бывает серьезно. Но самое главное отличие понятия «проход» от понятия «маржинальная прибыль» – это то, что проход – это скорость, с которой компания зарабатывает деньги. И в этом случае у нас есть в теории ограничений два таких специфических показателя. Их достаточно долго объяснять, но они важны. Первый из них – это проход на единицу времени ограничения. Там есть разные обозначения, но вот проход на единицу времени ограничения. То есть главное, что добавлено в теории ограничений к стандартным экономическим показателям, это учет времени как ресурса, из-за которого все ограничения возникают. Вот маржинальная прибыль считается суммарно за период, но никогда не анализируется с точки зрения пропускной способности предприятия. А проход всегда считается с точки зрения пропускной способности предприятия. И проход всегда считается за период, даже по контракту. Это важное отличие, которое существует. И оно кардинально меняет вообще оценку выгодности и невыгодности применения этих параметров, но это нужно отдельно на примерах показать. Тогда позвольте я поднимусь на более общий теоретический уровень от этого вопроса. Сама природа ограничения, она обусловлена тем, что мы живем в ограниченном времени. То есть если бы у нас на выполнение заказов, на выполнение своих обязательств было неограниченное время, то ограничений бы не существовало. Поэтому сама природа ограничения, она состоит в том, что наш клиент не готов ждать столько времени, сколько нам надо, чтобы выполнить его все заказы. И все заказы всего рынка, который мы можем найти. Но это очень общая такая и сильно теоретическая вещь, но она является фундаментальной. Потому что если бы мы, как у толкиновских эльфов, у нас была бесконечная жизнь, и мы могли бы никуда не торопиться, у нас бы не существовало ограничений. Но мы люди, мы смертны, у нас ограниченное время, и мы хотим жить в это ограниченное время. Поэтому только поэтому существуют ограничения. Как-то так само с тобой сложилось, это нигде не зафиксировано как правило, но как-то так само собой сложилось, что мы выделяем три класса ограничений. То есть первое ограничение, самое простое, это ограничение мощности, то есть когда у нас есть какой-то ресурс, который не в состоянии справиться со всем спросом, который мы имеем. Это действительно самая простая ситуация, для нее очень хорошо работает этот самый показатель проход в единицу времени ограничений. Вторая ситуация, это когда у нас ограничение рынка. Ограничение рынка – это когда у нас заказов недостаточно для обеспечения требуемого роста. То есть наша продукция, все, кто хотят, ее уже покупают, она больше никому не нужна. И третья ситуация – это когда клиент не готов ждать столько времени, сколько нам надо, чтобы выполнить его заказ. Вот третья ситуация называется ограничением времени. То есть наша скорость реакции слишком медленная по сравнению со временем терпения. И эта ситуация, избитый пример ее, собственно, иллюстрирует, что 9 женщин за месяц вам не родят ребенка. То есть как вы не добавляете ресурсы, это нельзя сделать быстрее. Соответственно, вот под три этих типа ограничений, сугубо мое личное мнение, у нас существует несколько решений. То есть первый комплект решений – это всякого рода производство под заказ. Это когда клиент готов ждать, и только наша мощность ограничивает нас с точки зрения возможности, сколько мы клиентов можем обслужить. Вторая ситуация – это когда мы попадаем в ограничение времени, и клиент не готов ждать. Единственный способ, которым мы можем это решить, это обеспечить мгновенное наличие. То есть создать запас. Неважно чего. Товаров, программного продукта, точек подключения, неважно. То есть мы должны создать запас, чтобы была мгновенная реакция. То есть решением для второй ситуации является очень простая вещь, это обеспечение запасов. А решением для третьей ситуации является разработка предложения ценности. Это огромный пласт работы, связанной с мыслительными инструментами, для того, чтобы предложить рынку нечто, что расширяет границы нашего рынка. Но обратите внимание, неважно, какое у нас будет ограничение, в любом случае нас будет интересовать проход в единицу времени ограничения. Если мы будем говорить об ограничении рынка, все, что нас будет интересовать, это проход в день. Больше ничего.
Если мы будем говорить об ограничении мощности, нас будет интересовать проход в единицу времени ограниченной мощности. Что это такое? Это проход на квадратный метр в день. Проход на посадочное кресло в парикмахерской в день. Это проход на столик в кафе в день. Это проход на метр полки в магазине в день. То есть это простая очень вещь. А вот когда у нас ограничение времени, на самом деле там тоже остается проход в день. И дальше мы можем только управлять выгодностью ассортимента. То есть там появляется параметр отношения прохода к замороженным деньгам, то есть рентабельность запасов. И там получается проход на единицу замороженных запасов в день. Все очень просто, правило остается универсальным. Я не соглашусь, что разнесение затрат по центрам прибыли может быть губительно для компании. Проблема не в структуре. Проблема не в том, что мы выделяем центры дохода, центры затрат, центры прибыли, там, центры маржинального дохода, например, есть такая разновидность финансовой структуры. Проблема не в этом. Проблема в том, как мы работаем с затратами. Эта структура обязательна. То есть нам обязательно нужна структура центров затрат, нужна структура центров прибыли, структура центров маржинальной прибыли. Они обязательны. Но вот дальше проблема в том, как мы с ними работаем. То есть если мы работаем в режиме, что каждый следующий уровень расходует то, что заработал предыдущий, то мы получаем систему, которая не только не противоречит решениям теории ограничений, а мы получаем замечательный готовый инструмент для того, чтобы использовать подходы теории ограничений на практике в управленческом учете. А вот если мы делаем то, что делают некоторые компании, когда мы расходы верхнего уровня по какой-либо базе, начинаем размазывать на нижний уровень, почему? Ну, потому что, неважно, пропорционально стоимости закупочного материала, пропорционально маржинальной прибыли, пропорционально выручке, пропорционально чему бы то ни было. Мы тут же вносим в искажение, и очень простая вещь, у нас нижний уровень зарабатывания, мы начинаем искажать, и у нас появляется, что он нам не приносит доход, а часто приносит убыток. Классическая история из реальности. Компания, разветвленная сеть филиалов. Стоимость доставки до филиала сажается на расходы в себестоимость товара. У этого филиала товар становится дороже, чем на центральном складе. Это значит, что они, у них нижняя граница отсечения цены становится выше. То есть они не могут работать, они могут не попасть в рынок, если кто-то завозит это другим плечом. Но ведь вот эта история, связанная с содержанием филиала, это всего-навсего плата за наличие этого филиала. И вот эти транспортные расходы сажать на стоимость товара – это ошибка. Эти транспортные расходы же зависят только от частоты доставки, а не от объема товара. Так посадите их на стоимость содержания филиала. Вот у вас есть центр маржинального дохода, вот у вас есть центр затрат, и в том числе затраты по доставке являются платой за его существование. И дальше вы с этим можете работать. Поэтому проблема не в наличии классификации центров дохода, прибыли и так далее. Проблема в том, как мы работаем с тем, что собирается в этой структуре. А как структура для организации учета – это великолепный инструмент. Ключевой вопрос состоит в том, зачем мы вводим трансфертные цены. Трансфертные цены могут быть как злом, так и благом. И это вопрос к конкретной компании и к организации учета в этой конкретной компании. К сожалению или к счастью, но это так. Потому что трансфертная цена может быть просто механизмом перераспределения налоговой нагрузки в цепочке поставок. До определенного объема этих операций и оптимизации это не является нарушением закона, и этим пользуется подавляющее большинство компаний. Во-вторых, трансфертное ценообразование может использоваться для анализа того, насколько вообще это направление в состоянии выжить на открытом рынке. То есть если у вас есть два подразделения, одно из которых строит недвижимость и сдает его в аренду, а другое эту недвижимость эксплуатирует,
то вы совершенно нормально можете использовать трансферное ценообразование по рыночным ценам и включать для оценки конкурентоспособности направления бизнеса в эту трансферную цену в доходы или в расходы, потому что им все равно пришлось бы арендовать или покупать, продавать по этой цене. Означает ли это, что это дает правильную оценку? Нет. Она все равно будет искаженная, потому что, ну, не факт, что эта площадь, этот объем был бы продан на открытом рынке. Но как инструмент анализа потенциальной конкурентоспособности на открытом рынке, это вполне себе рабочий механизм. Но это совершенно не рабочий механизм, когда через механизм трансферного ценообразования, да, который еще и отвязан от рыночного ценообразования, мы пытаемся оценить эффективность, брошу это страшное слово, конкретного подразделения. Потому что вот здесь-то начинаются уже проблемы. Если трансферная цена не рыночная, то использовать ее для оценки потенциальной выживаемости бессмысленно. И тогда это только налоговая оптимизация. И тогда мы не должны это использовать в управленческом учете. Ну и с точки зрения компании в целом, удаление трансферных оборотов, удаление внутренних оборотов при оценке глобального эффекта по всей компании, глобального результата по всей компании, это обязательная процедура в управленческом учете. Хороший запрос. По-хорошему, это часа полтора говорения. Давайте мы попробуем это как-то утрамбовать в очень короткий ответ. Но, отвечая на этот вопрос, мне придется где-то пожертвовать качеством, где-то что-то упростить. Дело в том, что тот, кто изобрел себестоимость, был гениальным человеком. Ну, я не знаю, кто ее изобрел, и не могу сейчас отследить, кто это. Но он был гениальным человеком, потому что он решал очень сложную проблему. В любой компании есть расходы, которые привязаны к объему продуктов, и изменение объемов продаж автоматически приводит к изменению этих расходов. И есть расходы, которые никак не связаны с объемом. Точнее, они связаны с объемом очень приблизительно и меняются, как это на умном языке называется, дискретно. То есть ступенчато. И эти расходы, они нужны для того, чтобы можно было просто заниматься бизнесом. Наняли человека на работу, на почасовую ставку, платите ему 30 тысяч в месяц, работает он, не работает, новогодние праздники, карантины и так далее, 1000 рублей в месяц он вам стоит. Ну, на самом деле, даже 1300, если не пользоваться последними послаблениями. Да, потому что вы еще за него и налоги платите. И это происходит без относительно объемов. Вы наняли человека, вы эти платите. Когда себестоимость придумывали, это было достаточно давно, порядка 100-150 лет тому назад, доля накладных расходов, тех самых, которые не были абсолютно переменными в цене, была крайне невелика. Она составляла несколько процентов. И тогда решили, что давайте мы просто эти расходы по базе, которая выступает либо материалы, либо труд, да, возьмем и тоненьким слоем размажем. Поскольку это 3-5%, то это сильно не повлияет на результат. И тогда это было так. Сейчас все поменялось, сейчас доля абсолютно переменных расходов в цене в производственных компаниях составляет менее 50%. Есть отрасли, где это не так, но в большинстве компаний доля абсолютно переменных расходов в цене составляет менее 50%. То есть доля накладных стала такой большой. Но если поднять документы некоторых компаний, не будем их называть, там есть такой показатель, доля общекомплексных расходов, которая составляет 10 000%. То есть вот у вас есть переменные расходы, потом общезаводские, и потом умножаем и получаем долю общекомплексных расходов для того, чтобы вывести себестоимость. И в этом случае вот эти вещи начинают уже сильно искажать. То есть механизм перестал работать не потому, что плохой механизм, а потому что реальность перестала отвечать тем условиям, для которых он разрабатывался. Нам что остается сделать? Проблема-то у меня осталась, потому что у меня, как у менеджера, была проблема. Я не могу ждать, пока мне сделают сложный экономический анализ. Мне нужно сегодня принять решение. Для этого мне нужна, ну, как минимум, лучше одна,
но если нет, то хотя бы дайте мне две цифры, чтобы я мог принять решение. И вот, чтобы эту проблему решить, нужно развернуть угол зрения. Смотрите, у нас есть операционные расходы, которые зависят только от времени и только от мощности. Я всегда задаю предпринимателям вопрос, сколько стоит ваш праздник в жизни в день? Неважно, один ли это человек за 1000 рублей, или это завод, который стоит 4 миллиона в день. Ну, вы тратите на его функционирование 4 миллиона в день, неважно, продает он или не продает. И если вы ответ на этот вопрос знаете, то у вас появляется только одна задача. Чтобы выйти в прибыль, у вас уровень прохода, маржинальной прибыли, да, уровень прохода за тот же период должен быть больше. Вот и все. Это направление, куда нужно думать. А дальше техника, как это посчитать, для каждого конкретного предприятия мы должны эту штуку разбирать и адаптировать. Но принцип такой. Мы смотрим с точки зрения заработка в единицу времени. Без экселевских расчетов и без табличек я вам не смогу показать это наглядно. Поэтому я очень просто, я на память напомню, расскажу эту историю. Мы практически этот вопрос решаем на каждом проекте по внедрению управления запасами. И у одного из клиентов мы считали как раз рентабельность инвестиций в поставки с учетом маленькой или большой партии. Так вот, часто получается такая вещь. На маленькой партии мы зарабатываем даже в единицу времени меньше, чем на большой партии, потому что скидка, она нам дает дополнительный заработок. Но, когда мы считаем рентабельность инвестиций в эту партию поставки, то оказывается, вот в этом конкретном примере, который мы считали у клиента, вложение рентабельности инвестиций в маленькую партию за счет ее оборачиваемости получается порядка, у них очень маленькая наценка, порядка 21% годовых. Представляете, какая там маленькая наценка? Но если они берут крупную партию, то рентабельность инвестиций оказывается 7% годовых. В 3 раза ниже. И это было бы не смертельно. Но у них кредит под пополнение оборотного капитала по 12% годовых. Крупная партия – это прямой путь к банкротству в их случае. У большинства не так, но это вот пример, который был в реальной жизни. Ответ, если совсем коротко. Количество проданного в единицу времени умножаем на величину наценки в единицу времени и, соответственно, смотрим, у какого продукта это показатель выше. Тот продукт, у которого показатель прохода в единицу времени выше, тот и выгоднее. А дальше уже вопрос, проходит через ограничение, не проходит через ограничение, но принцип не меняется. Тот продукт, который в единицу времени приносит больше прохода, тот и выгоднее. Если они одинаковы с точки зрения величины прохода, то тот проход, то тот продукт, прошу прощения, говорился, тот продукт, который приносит, имеет более высокий показатель рентабельности на уровень запасов, на вложение, тот и более выгодный. А я не знаю. Это зависит от конкретной компании, конкретного клиента и конкретной ситуации. Как говорят наши американские друзья, it depends. Это зависит от вашего финансового состояния, от наличия отсутствия у вас свободных денег, от достаточности или недостаточности оборотного капитала. Потому что крупный клиент, как правило, он дает больший объем заработка в абсолютном выражении. Но также, как правило, сотрудничество с крупным клиентом приводит к тому, что рентабельность вложений в отношения с клиентом, ну, та же дебиторская задолженность, ему же в отсрочку нужно дать, рентабельность вложения в этого клиента может оказаться ниже, чем у маленького клиента. Поэтому вот нет универсального ответа. Нужно считать. Как правило, мы считаем это как раз с точки зрения рентабельности вложения в замороженные в дебиторской задолженности средства. Потому что иногда крупный клиент может убить. Вы просто не доживете до того момента, когда он с вами рассчитается.